Давай скажи всем привет. Всем привет. Хорошо, мы едем в парк, да? Лапка. Молодец. Довольна? Довольна. Мы с бабушкой и с мамой на аттракционы. Ну и мы катались на аттракционах. Ты помнишь? Помню. Ночью аттракционов все катались. Да, ночью открыто, а сейчас закрыто все. Понакрываем. Папа сходил в магазин, еще выехали, он вышел чуть раньше, купил Алисе бананы, соки, булочки, яблоки, воду. Какой хороший у вас. Да. А мне ничего не купил. Тебе? Да. Все, что там, можешь брать и есть. Ну ладно. Спасибо. Папа говорит, банана 3 каждому по штучке. И сока 3 тоже. Ложек 6, подъем. Вообще, ну все продумал. Конечно. Чипсы только маленькие. Ну да, это такое, конечно. Чипсы вредно. Поэтому хоть чуть-чуть. Да. Все, мы приехали. И идем. Правда, там такие тучи собрались. Но переживаем, что не погуляем мы, да. Алиска бросится на пляж. Да. Я говорю, надо же посмотреть как можно больше до возвращения. Приедешь, будешь Даше рассказывать. Угу. А ты рассказываешь, что ты видела. Ты позвонишь и звонишь. О, вот так хочу. А потом... Вот так? А потом я звоню. Да. Горный хребет какой-то сделали. Угу. Ледник. Ты к птичкам хочешь залезть? Все, мы дошли. Ух ты. Это вот с другой стороны фонтана мы, по-моему. Написано, что здесь мышки ползают. Так жарко. Да, вот лестница. А вот это каскад, то, что ты говоришь? Да, да. Смотри, какие фонтаны. Как-то эти животные называются в мифологии, не помню. Грифоны, грифоны. Грифоны, точно, грифоны. Да, очень красиво. Ой, гуси, смотри, Алисочка. Мы с Настей, когда тут были, было такое палящее солнце, мы там из-под деревьев на него смотрели, и все. Не красота, не жарко. Да. А мостик зачем? Для птиц. Классно, красиво. Ух ты, тут еще мамонт стоит. Красивый парк очень. Супер. Интересно, в честь чего? Может быть, это чье-то день рождения? Нет. А почему он тут стоит? Да, его не было. А почему кидают иногда вон банк? Понятно. Если у тебя есть евро, так.
Она уже перестала, Алиса только что. Блин, так она да. Бегала. Да, тоже бегала, смешно. Подойдите. Кто поймал? Вот этот каштан. Да. Алис. А, смотри, здесь можно подойти, класс. Вон Нептун. Да, класс. Алис. Она за ними побежала, Алис. Алис, а мы сюда. Все, пойдем. Смотри, Нептун стоит. Пришли к мамонту. Сфотографировать тебя, Алис? Тут вот на лодочках катаются. Ну, удачного плавания. 7 футов под килем, как говорится. Как плавание? Уток не задавили? Не устала еще, Кать?